Завременила перезагрузка. Примером события может служить влюбленность или революция, или встреча. Событие – ты бог, творящий время, структурирующий новые миры и новую меня. Холодно и неуютно в жерле событийной воронки. Хладом тонким бурлит энергия творения. Ты думаешь, что никогда не сможешь увидеть, как оно было, начало нашего мира, а нет? Встреча с событием позволит тебе почувствовать на своей шкуре и, конечно, внутри нее, какой силой и мощью создаются новые миры. А затем осознать ретроактивно после и задать себе вопросы, что это было, как это возможно, как появился новый ты внутри тебя и родился в уже новый твой мир, и куда делся старый. Ты увидишь, как Господь творит миры, оставаясь в себе и одновременно присутствуя в мире. И только твоего волевого согласия будет достаточно, чтобы завертелось колесо, рождая новый мир и тебя в нем. О событии, о творчество, о Бог. Завременила. Перезагрузка.